20 лет назад мы все рассчитывались наличными. Сейчас сложно себе представить жизнь без мобильных приложений, банковских карт, переводов, моментальных систем и так далее. Блокчейн изменит нашу жизнь примерно так же, и мы его встретим в каждом сервисе, в каждой государственной услуге. Мы приходим к логике, что персональными данными владеет каждый человек сам лично. Блокчейн — одна из лучших технологий. Не будет утра, когда все поменяется. Будет каждый вечер, когда меняется по чуть-чуть. Существуют области, в которых, которые не зарегулированы. И вот я ожидаю, что вот именно в этих областях технология будет оказывать наибольший эффект. Я думаю, что она будет в логистике очень сильно применяться. Перспективы, конечно, в юридической сфере очень много, потому что многие вещи, которые у нас на сегодняшний день в документооборотом предусмотрены как письменные, они, конечно, нуждаются в цифровизации. Это переходы реестров на именно блокчейн, на распределенный реестр. Это сохранение информации. То есть сервисов достаточно много, которые могут быть созданы на блокчейне, на распределенном реестре, которые могут использоваться. Это действительно удобно. Ассоциация Финтех пилотируется в систему MasterChain, разрабатывается и пилотируется, которая основана на технологии блокчейн. В Индии внесли в регуляторику изменения уже на законодательном уровне о том, что операторов обязали противодействовать спаму с использованием технологии распределенных реестров. Наша компания ведет порядка 15 проектов по внедрению блокчейна в госсекторе. Мы считаем, что Россия находится на достаточно передовом уровне. Мы несколько отстаем по скорости запуска их в промышленную эксплуатацию. То, что быстрее происходит гораздо в Азии, то, что есть в отдельных странах Европы, уже начинает появляться. Но сейчас мы строим все вместе цифровую экономику. Мне кажется, она такая и есть. В ближайшие 6 лет страна очень сильно изменится. Мы примем в этом активную часть. Лично с моей точки зрения, те нормативно-правовые акты, которые представлены в Думу на текущем этапе, может быть, не являются совершенными, но они не наломают дров. А поскольку общество нуждается в том, чтобы регулировали эти аспекты, конечно, как можно быстрее их, наверное, надо было бы внедрить, принять. Использовать. Как юрист понимаю, что лучше, конечно, комплексное регулирование осуществлять, с тем, чтобы все вопросы решались одним законом, а не делали искусственную сегментацию, потому что потом состыковывать между собой нормативные правовые акты – это некая проблема. Внимание сообщества требует, на мой взгляд, недостаточный диалог на тему внедрения этих решений в повседневную практику. Потому что на каких-то островках или кусочках реальности блокчейн случился или случается сейчас. Но вопрос его широкого распространения, так чтобы он был везде вокруг нас, это проблема, которую необходимо решать всем тем людям, кто хочет получить с нее преимущество. The blockchain technology is based on securing published data. Do you really want to have everything recorded to be never to be wiped out? This is another change in society, I think, where the society is not yet prepared for. And this should be discussed. We are always that human being. We are always focusing on points we like. And we lose the focus of all the aspects we need. So if you ask the people, do you want to have more money for your work? Yes, for sure. Do you want to work more for the more money? No, we don't. And who do you want to take the money from? Oh, I don't care from. We as a full society, and that's a good part of the discussion we are just starting, we have to name all the parts, and then we have to judge for us as a society whether we want to have it or not. And now you see, we are talking about the technology, and the most terms now I am taking is society. And there you see that the blockchain technology and blockchain distributed ledger already changes society.